Прием, прием, друзья, на связи Шедимен, добро пожаловать в битву чанков в Майнкрафте, с нами сегодня, как всегда, Леди Леска. Всем привет! И Нуби Кубик. Всем привет, друзья! Который сегодня находится в роли оборотней, а я сегодня нахожусь в роли вампира, потому что у нас сегодня аналогичные чанки. Напомню правила, как всегда, мы ищем снаряжение в наших чанках и прячем наших боссов. Побеждают те, кто уничтожит вражеского босса, но в сундуках, которые мы найдем, находится всякое оружие, чем можно уничтожать боссов. Как бы, в общем, вы все поймете, если это кажется запутанным, да тем более наверняка многие из вас знают, что сегодня будет происходить. Но ты, кстати, пока что прямо сейчас напиши в комментариях, как ты думаешь, кто в принципе сильнее, оборотни или вампиры? И обязательно после этого поставь лайк под этим роликом. И жми на красную кнопку подписаться за вампиров. Все, погнали, битва начинается. Погнали. Полетели. Если оборотни победят сегодня. Не-не, вампиры победят, это вообще без вариантов. Так, ой, я забыл кое-что взять, я забыл кое-что взять. Так, все это беру. Так, сегодня боссов мы, получается, с вами прячем, так что нужно быть аккуратными. В смысле, что ничего нет? Чего нет? Под деревом? Да, ничего интересного нет. А, вы имеете в виду то, что сундуки под деревом, типа, бывают? Да. Да-да-да. А, я понял. Ну да, такое дело бывает, конечно. Косточки, ну с ними, возможно, можно будет что-то делать, я не знаю. Кстати, так, давайте-ка я пошла. Слушайте, а что боятся оборотни? Оборотни? Оборотни боятся дня. Кстати, вампиры же тоже солнечный свет не переносят. Нет, вампиры боятся лука. Подожди, кто-то из них точно чеснок, боится воды. Чеснок. Ну, вряд ли. Воды, подожди. Мне это кажется, очень воды. Странно. Вот нет, солнечного света вампиры 100% боятся. Чеснока, чеснока боится. Подожди, а всякие этот, там каосиновый, там что-то кол там. А серебро кто боится, тоже Леска, вампиры, да, по-моему? О, ничего себе, у меня тут серебро. Мощнецкая штука. Ты прячешь? Да, не оборотни случайно. Вообще-то, вот это я тоже не помню, как будто бы и вампиры, и оборотни. Мне тоже так кажется. Чеснока. И чеснок тоже, короче, все боятся, я не знаю, как они еще существуют, и дня боятся, и чеснока боятся, вообще все боятся, как можно жить. И при этом они еще умудряются выживать как-то. Да, еще они какие-то суровые. Чеснок есть. О, какой у меня красный чанк весь этот, просто жесть какая-то. А у нас все серое. Да, я хочу, сейчас я выберусь как-нибудь отсюда. Так, слушайте, что это шумит у меня здесь? Вы что, ко мне кто-то попал или что? Нет, это ладно, ты что-то уже придумываешь, походу. Я думал, то, что ко мне кто-то прилетел сейчас. Не-не-не, у нас, подожди, тут разобраться. Ой, Нубик, ты Леска, чего? Вот тебе яблочко. Спасибо. Ты вообще, давай вылезай отсюда. Так, Леска, у меня яблочко. Пока что... Возьми, ну, в принципе, нормальные такие предметы, короче, пойдут. Я хотела так, вы больше не на оборотни похожи, а на каких-то, не знаю, там, собачек маскарад просто. Маскарад какой-то у нас тут. Реально, какие-то носы нацепили там непонятные. Ну чё, ты же вон тоже какой, мы тоже хотели на это выглядеть. Чувак, как будто его ужалили, у меня нос такой вырос. Так, все. Ну, Бек, ты где-то ушел, да? Ты все? Так, стойте, чё-то как-то мало сундуков у меня почему-то находится пока что. Так, Нубик, нам надо с тобой, ой, продвигаться дальше. Да, а вот сундучок нашел. Так, ну мне кажется, успешно тут у нас. Так, у меня пока что, в принципе, нормально, я нашел всего одно оружие, мне больше не попадается, слушай, а не знаю, где у меня все быть, подевалось. Его не будет особо я нашел так. Два оружия, и поэтому я тебе одно дам. Ой, спасибо. Так, ой, еще нашел. Отлично, все, у меня две оружки. У меня уже две оружки. Работа, так, это уберем сюда, сейчас, наверное, как пока тебе что. Все равно а это поставим вот здесь. Все, продолжаем поиски, продолжаем. Так, надо вот это срочно. Пока больше ничего не вижу. Так, здесь. Убрать. Пока что Леска, больше ничего нет. Я сейчас тебе скину. Давай, где там за стеной вообще застрял? Слушай, я тут еще сундук. О, слушай, я тут нашла. Леска, так... смотри, Леска, отвали в сундуке. Спасибо. Ё-моё, что это Леска, такое? Загляни в сундук. Это яблочки я взяла. Пока что, ладно, вот так сдвину. Сундуки бери? А, спасибо, спасибо, взяла, все, отлично. Это хорошее оружие. Так, давай самое. Я добрый. Леска. Ой. Ты чего? Вон сундук, смотри. Чего там делаете? Он говорит, я добрый, начал такой смех. Злорадный. Нубик, ну ты жесткий, конечно, я не знаю, что ты там делаешь, ну, непонятно. Ты вообще серьезный чувак. Так, это дело пропадает или нет, интересно? Так, я пошла дальше. Мечи какие-то двух. Так, я пошла дальше. Какие-то дабл мечи. Леска, возьми. Дабл мечи. Ой, спасибо большое, сейчас я... А ты взял вот эти штуки зеленые такие, разрывные?
Нет, не хочу. Огурцы, что ли? Я выберу огурцы. Так я же тебе оставила там в сундуке, где ты меня ружка глушила. Жукан-таракан! О, Нубик. Я тебе могу отдать, я их не особо... Ай, нет, хотел суперплан сделать, хотел эпик сделать. Не получилось эпик сделать. Ладно, ничего страшного. Это что такое? Где? Что у вас происходит? Ничего себе, это кто у вас там появился на чанке? Ничего себе! А кто у вас там заспавнился вообще? Что это такое? Что такое? Опять ты нас троллишь там ставишь? Нет, у вас реально кто-то. У вас реально там кто-то заспавнился, короче, непонятно. Ай, больно, ты что делаешь? Огнем своим стреляешь. Так, ну, да, огнем стреляю. Так, ты сегодня настроен проиграть? Мы на победу настроены. У тебя ледяной меч! Так. Да, у меня ледяной меч крутой, который можно строиться. Потому что ледяной меч может ставить такие штуки. Ну, а эти штуки через какое-то время пропадают. Нубика, ты можешь? Я знаю. Тебе нужно ко мне прийти. А, так, стойте, это все, что ли? Я найду, говорю, дам, что я нашла. А, нет, есть сундуки еще. А, есть, все, отлично, это очень полезная штуковина. Она сегодня очень сильно потребуется обязательно. Нубик, если что, ко мне приходи. Что-то там какое-то идет движение-то. Нубик, что ты делаешь там? Так, еще одно оружие. Так, слушайте, мне кажется, мне сегодня оружия, в принципе, уже хватит. Я не знаю, куда мне еще больше оружия всех этих. Кто там? У меня все нормально, Леска, выбросы я просто упал. Какие выбросы еще? Нубик, ты что там ко мне строишь, я что-то не понял? Что, совсем что ли? Это мой мост вообще-то. Нубик, я... там что-то строил. Подождите, меня залило, стой! Иди, Лески, помогай, у меня что-то взрывается там. Понятно, о, взрывается где-то. А что это такое у меня тут? А что это за провода? Я выбираюсь к Шеди, пока провода? Шеди не видит меня. А кто? Ты что, бомбанул-то вообще, что ли? Нубик, хорош бомбить Леску, что ты там с ней делаешь-то? Залило все хорош. Это ты, Шеди, не вали на меня, клевету свою. Да вы... Ой-ой-ой-ой, это что сейчас за залп был? Ребята, это что за залп сейчас был, я что-то не понял. Нубик, смотри, он нам поставил, какой-то урод стоит, уйди отсюда. Ха, давайте валите его там. Это вообще-то босс крутейший. Ой, еще штуковина. Нубик, иди сюда. Если бы я эту штуку пропустил, вы представляете, что бы было? Это бы штуки не было просто-напросто. Так, Нубик, ты знаешь, что тут совсем уже... И что, она не работает, что ли? Понятно, друзья, я все понял. Она, к сожалению, сегодня выведена из... Куда вы там полетели ко мне, Леска? Ты чего там? 5 секунд батла прошло. Так, друзья, мне нужно срочно лестницу сделать. Я подняться не могу. Я в ловушке своей же оказался. У нас что, аквапарк? Спасибо за горку, между прочим. Это не я, это Нубик сделал. А чего на меня-то все что, кстати, вот это... Я не знаю, кто-то из вас какие-то аквапарки там начал устраивать. Я без понятия, что вы там делаете. Такой одинокий блок земли. Так, погоди, Леска, ты что, у меня, что ли, на чанке находишься? А вот кто вот это знает еще? Нет, конечно. Так, ой, зачем я так сделала? Так. Так, ну я пока что... По-моему, все-таки... Друзья, мы О, Нубик, привет, ты думаешь, я же видел партиклы, которые от телепорта появились, я же видел то, что они там появились возле меня прямо. Телепорт, что ли? Конечно, о, Леска. Стоп, а у тебя оружка какая-то мощная. Куда вы там полетите? Так, сейчас Нубик будет телепортироваться, я это чувствую. Я это чувствую, сейчас произойдет телепорт. Я строю мостик. Так, все, короче, меня тут нет, я ушла. Куда полетел-то? Я так, кстати, а я могу сделать вот так, друзья, смотрите. Я могу сделать защитное сооружение у себя на чанке. Медали, и могу вот такие зубцы поставить повсюду. Так, да, правда, эта стенка, она максимально быстро тает, потому что она из-за льда все-таки. А у тебя суперсила, что ли, есть? Ничего себе. Какая? Нет, это меч ледяной такой. Это такой ледяной меч. Никакой суперсилы у меня нет. О чем ты говоришь, Леска? Что ты такое говоришь вообще? Да, больно говорить, а то нельзя. Такого быть вообще не может. Это вообще всегда так бывает. Да нет, никаких суперсил никогда в жизни не было. Да. Вообще, Шеди, прям абсолютно. Шеди, ты сегодня вампиром стал! Это мне нравится. Да, Нубик, бывает такое. Это мне нравится. Каждый день кем-то становишься непонятным. Так, и что здесь можно интересно найти? Конечно, бывает. Так, Леска, ты что значит, что интересного? Ты что, у меня на чанке, что ли, находишься? Нет. Или что вообще происходит в вашей дивизии, не понимаю? Оборотня нашего мочит, Нубик, он оборотня мочит. Нубик! Что? Он мочит оборотня нашего. В смысле оборотня? Никто вашего оборотня не трогает, ребят? Вы что придумали? Он его скинул! Он скинул его! Я? Да! Где? Ты что, замочил-то его? Нет, я не скинул! Ты что сделал-то? Ладно, я спасу вашего оборотня! Что-то произошло! Нубик, там произошло что-то! Я спасу вашего оборотня, я спасу его! Так, ребят, мне нужно срочно отсюда сваливать, мне кажется, что-то явно пошло прямо сейчас не по плану. Что он сделал?
дело. Сейчас мы нападем на тебя. Стыц, ничего страшного, уходим, уходим, друзья, прячемся отсюда, прячемся. Короче, ваш оборотень действительно на волоске от смерти, как говорится, и как называется, вот. А куда ты его дел? Так, стоп, туда я никак не пройду, получается. Давайте попробуем сделать. Нобик, он, походу, его этот все в капкане держит. Ну опачки. Вот. Все, друзья, смотрите. Я опять все продумал. Так, и что делать? Как нам быть? Слушай, я не смогу найти его. Я даже не знаю. В смысле, а кого найти-то? Я у себя на чанке нахожусь. Вы его надо же как-то не найти. Вампира. А, ну давайте ищите, что ж поделаешь-то. Надо так. Как-то искать, получается. Слушай, а он опять какую-то хитрость. Может, опять у нас спрятал? А, у вас? Да, на нашем. Так быстро? Ну кто тебя знает? Ты же вечно. Я не знаю, Мишель, это реально нечестно прятать на чужом чанке. Почему нечестно прячу? Так. На чужом чанке. Короче, подсказки. Так, Веска, погоди, а ты где? Веска ищет твоего босса. Угу. А ты? Нобик. У меня такое ощущение, то что не только Леска ищет твоего босса. Все ищут сейчас твоего босса. Вот тут, вот смотри, Брока тут нет, но он тоже ищет твоего босса сейчас. Да, Брок тоже ищет босса, реально. Да, вот он сейчас на своем Брок-мобиле едет и ищет. Видели, кстати, у него тачка новая такая синяя? Привет! Что делаете тут? Что вы тут делаете? Что тут делаете? А может быть, реально на нашем спрятался? А как мы будем свой чан крыть, что ли? Это был бы реально... То есть вы себе в минус будете делать, просто свой чан, получается, ломать. Как-то вот, так. Слушай, Нобик, вот он, понимаешь, а что делает? А что тебя ждать? Подожди, он разрывную нам кинул, растарабанила чанг, полностью здесь все доступно стало, как бы. Смотри, что делает. Опять ты? Подожди, но он же знает, где наш босс, перепрятывать мы уже не можем. А вы знаете, где ваш босс сами-то? Да, мы знаем, но ты же все раскурочил весь чанг, по-любому ты... Погодите, а ваш ты босс, вы его в итоге вашего босса спасли или что? Да, он живой. А, я понял. Нет, я не хотел. Я, наоборот, ему целую панельку построил, чтобы он не упал, если что. Я поняла. Ты просто кинул гранату так, что разорвало вообще саму. Ну, нет, босс... Босс-то у вас где-то спрятан, вы же сами об этом говорите. Нет, он спрятан, но просто ты же его видел уже, где он. Шеди куда-то пошел. Но куда вы... Если вы его перепрятали, нет, то... Нет, перепрятывать нельзя. Я этого не знаю. Нет, перепрятывать нельзя, тут как бы... Слушайте, тогда я не знаю, где ваш босс. А перепрятывать нельзя, да? Ну нет, у вас же нет этой штуки второй, с помощью которой можно перепрятывать. Да. Не, мы не можем, ну, да. Мы же ну можем и нельзя, нельзя. Можем закопать вниз и заставить его как бы. Ну как бы нельзя Ну получается как-то да. Это кто? О, Леска, ты сама себя бомбанула огуречка. А, я там огуречки поставила, я тебе поставила. О, Леска, ну ты даешь, конечно. Угощайся, давай. Так, оп, чидаго. Нужно кое-что поменять. Так, сколько у меня тут всего что-то накопилось? Что-то всего очень-очень много. Нубик, что, получается, нет найти? Чего? Нубик, ты у меня, что ли, снова там бегаешь, или что? Да. Нубик, так, ладно, хорошо. Сейчас батл подойдет. Пока все нормально, пока... Времечко-то, по-моему, пока что есть. Пока что, по-моему, времечко есть у нас. Времечко, так, я ищу. Так, а что касается всего остального, я что-то не очень понимаю пока что. Слушай, а куда он может, интересно, спрятать, а? Нубик. Ну что ж такое-то, а? В дереве нет, кстати, смотрел? В дереве? О, кстати, в дереве было бы очень гениально прятать, честно говоря. Это было бы действительно да, круто. Да, учитывая, что наше дерево какой-то кусок висит. Он хочет, чтобы мы в дереве порылись и больше времени утратили. Это уже сами думайте, я ничего не думаю. Да у тебя вообще. Вечно хитрости одни только ты делаешь. Да, Шеди хитрый. Нобик, давай как-то, я не знаю, а мы можем, у нас есть... А разрывные... вот где ваш босс? Я что-то не понял. Его, короче, в том месте, где он был изначально, его там нет. Бой легендарный! В смысле, подожди, нет, мы не перепрятывали. Шеди, короче, стой! Кое-что интересное произошло, я такой на огурец стою. Но это Лески на огурцы тебе попались. Я на огурец... Нет, это мои огурцы. Я на огурец стою, меня поднимает, и я на дом... Такой залетаю на свой. Понял. Так. Слушай, ну где же он, интересно, может быть, а? А чё, кто мочит? Что, неудачный бросок, да, получается? Кто кого мочит? Не знаю, Нубик тпкнуться, это пробует, короче, но у меня не получается это сделать. Шази, давай споём. Давай, пробуй так. Споём? Что споём? Здесь. Не надо вот это использовать и... О, отлично. Здесь пара. Ай. Я не знаю, Нубик, что ты говоришь. Я такие песни уже не слушаю, о чем ты говоришь. Что, новые тренды пошли у вас там? Походу, да, у Нубика тренды какие-то свои пошли. Так, слушайте, я не знаю. Куда ты там? Я знаю, что ты меня видишь. Естественно, ты меня видишь, я прям с краю очевидно стою.
Подожди, а где, интересно, далеко, глубоко спрятано у тебя? Нет, так, ну, я не глубоко, нет, не глубоко спрятано. Ой, ну это вообще как у вас плюс-минус? Плюс-минус, как у вас спрятано? Как-то найти надо, но ну, что все время не находим-то, вообще ерунда. Лупик, что случилось? А что со мной? Мне что-то дергается все вообще невыносимо как-то. Я, короче, кинул это вот этот эндерпёрн, и он у тебя в узкую щель попал. То, что тебя заколопатило? Ничего не понял, Лобик, что у тебя там, куда у тебя что-то там застряло, перекинулось? Да нет, нормально все у меня, это наоборот очень редкость. И что, расщелину попал, что ли? Да нет! Попал. Так, ты ищи давай, ты нашел босса? Да, Нубик, и давай ищи. Так. А я пока что с вами понаблюдаю, как вы там ищете это все, там что-то делаете. Это что, это подрубил чуть-чуть невидимости, что ли? Да. Шеди. Я, что? Короче, вот в эту штуку попал, прям, представляешь, это очень удивительно. Нубик, я не знаю, ну это скиллово как-то получается. А что нам разрывные мы не нашли с тобой, Нубик? Как у него бы нашли тоже? Мой босс полетел! Друзья, все, я активируюсь, но я первый, все, я первый уничтожил вашего босса. Есть, друзья, все. Да, я специально стоял, потому что теория с деревом, как только Леска сказала, может быть, он в дереве, я сразу понял, что нужно идти к вам и босса вашего раскрывать. А, подожди, он реально у тебя в дереве был, да? Да. Он прям на стволе стоял. Там один блок ломаешь, его сразу видно. Нубик, ты чё за... Смотри, у Нубика мозги из головы полезли, походу. Капец, Нубик. Нубик, что с тобой? Ты собака-панк какой-то, вообще непонятный. Не, подожди, ты какая-то банка курица. Какая-то. Ты в курицу превращаешься, что ли? Да, реально, в какого-то Нубик... непонятного. Нубик, тебе срочно здесь Нубик, надо. Нубик, тебе, по-моему, надо срочно солнечного света прятаться. Я даже упала из-за твоего вида. Все, я возвращаюсь к вам. Где вы? Ой. Что внутри такое? А что реально с ним случилось? Я не знаю, у него какие-то лепешка на спине розовая, какая-то выросла теперь непонятная. Ой, покажите, я падаю куда-то все время. Давай, а где ты падаешь? Давай к нам начинай, к вам перейти сюда. Давай. Покажите мне, подождите, Нубика. А что у меня телепортом? Погодите секундочку. Чё? А, нет, все за. А, все. Окей, ладно, можно и так, в принципе, делать. Вон что с Нубиком происходит. Короче, друзья, пока что Нубик не превратился в какой-то вообще неопознанный, нелетающий объект. Я предлагаю на этом заканчивать. Вот такой у нас сегодня получился батл. На связи был Шедимен. Всем удачи, хорошего настроения. Не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья! Всем пока-пока!